Здесь птицы поют у Белого моря, и город стоит на костях заключенных. То трудное время начала войны. В приказ НКВД строили город. Под пулей, в наручниках, я грыл анг заключенных. У каждой из них была своя судьба, но они попали на север, чтобы построить судостроительный завод наш великий Северодвинск. Много крови и слез пролил наш город, много жизни забрала, когда началась война. И это не повод забывать о подвигах наших солдатов, заключенных и простых людей, что строили наш великий Северодвинск.